контрольный матч крымского сбора позади. Результат, конечно, не очень, но каково вам содержание игры? Какие у вас мысли по поводу этого матча? Результат отрицательный, проиграли игру, и содержание игры, скажем так, оставляет желать лучшего. Явно, что команда сегодня выглядела в плане вот движения, все тяжеловато очень выглядели. Тяжеловато, по всей видимости, сказалось то, что поле такое немножко мягкое. И вот если бы 1-2, так вся команда, по всей видимости, немножко неправильно, я подвел их к этой игре. Но в принципе мы и не преследуем такую цель, чтобы вот конкретно к игре. Но явно не хватало свежести. Из-за этого и медленное принятие решения, исполнение, медленно все делалось. Плюс грубейшие ошибки в обороне. Первый мяч после стандартного положения Могилевский сыгрался со своим визави. И ошибка на ровном месте оскользнулся Ревякин. Все, но мы создали минимум моментов. В первом тайме были два неплохих подхода, неплохих выхода у Сушкина и у Бирюкова. Мы не реализовали их. Во втором тайме вообще ничего не создали. Но связано это с тем, что функциональная команда выглядела не очень свежо, в связи с тем, что третий день, мягкое поле, вот этим, наверное, я смогу объяснить, потому что не такая невыразительная игра. Павел Пантелеич, Альшин вынужденно покинул поле в самом дебюте матча. Что с ним известно? Ну, у него пожаловался на боль в икроножной мышце, поэтому сразу мы сделали замену. Спасибо большое.